Вот так вот паспорт позволяет за 0,00 евро попасть в музей. Можно потрогать, поставить один магнитик к другому. Интересно, тут дети оставили игрушку. Розовый уголок. Да, можно посидеть, послушать. Принципы гравитации. Вот так вращаются наши планеты и все во Вселенной. Все расписано на месте. Тут хорошо то, что можно детям все потрогать, понажимать. Вот так. Мария Кюри. Складовская. Первый рентген. Вот такой рентген получился. А это аэрохоккей на набережных.
Тут можно сделать фотографию и отправить на e-mail. Бесплатно. Робот неандерталец. Ну, такая есть интерактивная штука. Дублирует руку на экране. Вот так вот выглядит Дуля. Машинка на пульт управления. Какой пульт управления с проводом? Узнаете? Делаем электричество. Ну что-то не хочет делаться. Во, пошла жара. Видите, индикатор красный. Еще какой-то есть спуск в подземелье. Вот такие штуки интересные. Так звучит в моторном отсеке, я так понимаю. Такие звуки интересные. Как ни странно, но детям очень интересно в техническом музее, казалось бы. Что такое технический музей, но поскольку здесь можно потрогать, покрутить, повертеть все, то можно даже не понимать, а просто покрутить, и уже будет интересно детям. Поэтому приходите. Глаза разбегаются, всего очень много. И это только один этаж. И технарям тоже будет очень интересно. Тут всяких штучек сколько. Электрика, двигатели, в общем, вся техническая часть нашего мира. Вот относится к этому музею. Начиная от больших вот двигателей. Заканчивая там реакторами и так дальше, спутниками, электроникой, техникой. Даже сейчас вот болид покажу, спортивный стоит там. Сейчас покажу. Паровозов очень много.
реальную величину. Вот, вот такого плана. Тут все детали, все есть в принципе. Не надо там смотреть по телевизору. Вот там все есть. Приходи смотреть. Ну вот размер колеса. Вот, и можно почитать, что и как, если знаете немецкий. Ха-ха, поэтому учите немецкий. Сталь-литейка. Вот она. Там дети, короче, кочегарят уже. Вот едет поезд. А вот тут надо закидывать уголь. Уголь закидывать в топку. Видите, вот там. Вот там вот топка. Вот тут уголь надо закидывать. Там же ж поднимается. А? Поднимается. Когда ты закидываешь, вот наверху, это? Да. А, сейчас на кочегаре. Сейчас на кочегаре. Поднимаются градусы. Вот тут тоже можно фото сделать. Вот так вот нажимаете, вот, и сейчас будет фотография. Шахта. Как устроена шахта. Включаешь, лифт поднимается, опускается. И вот там добывается уголь. Вот такой вид шахты. Кровать, столик, светильник, вот такой потолочек был красивый, класс. Диванчики такие, вот умывальничек, зеркало, фонарики. Да, красиво. В техническом музее, несмотря на то, что это музей, есть даже кафешка, где можно покушать.
Сейчас мы пойдем посмотрим, чем там кормят. И вам, конечно, не перекину, но показать покажу. Цены в кафешке музея. Супы, салаты, снексы, бургеры. Вино, горячие напитки. Ждем заказ. Вот такая кафешка, сейчас вам покажу. Дождались мы долгожданный обед. Да? Да, дождались. Картошку фри в стакане, шницель, салатик и супчик. Царь для песничек желает. Все, всем смачного. Паровоз в разрезе. Видите, в разрезе все. Пылесос. Тоже пылесос. Вот
такой пылесос. Вон там пылесос. Вон пылесосы. Короче, первые пылесосы. Вот наверху там, вон пылесос. Вот это все идут пылесосы, пылесосы, пылесосы. И вот на сегодняшний день вот такой. Робот-пылесос не поставили, конечно, но вот есть современные. Утюги, утюги, утюги идут, утюги, утюги. Вот такие утюги. Такие утюги. И вот уже современные. Ну вот такие еще функционируют в поселом Украины. Вот такие я не встречал уже. Настоящие деревни. Пожарники. Пожарные машины того времени. Цепляли за лошадей и тушили пожар. Вот так. Такая на пожарная машина прошлого. Ведра вот такие были, потом корзинки какие-то, потом кожаные, потом деревянные. Это уже более-менее такое. Вот деревянный насос. Ручка. Крутяк. Лестница. Бойлер. Если здесь стоишь, звук слышно от телевизора. Если уходишь в сторону, звука не слышно уже. Тут как на блошинках старые сепараторы, бритвы. Там видео показано. Стирка. Фены.
уголок анатомии и физиологии человека. И вот тоже технический прогресс. Протезы. Вот уже деревянные. Слуховые аппараты. Очки. Детская кухня. Вот такая кухня раньше была у людей. Это вам не Икея, конечно, но тоже ничего. И помыть, и приготовить. Вот такая тут детская комната есть в музее. Да, можно поиграть в пожарника. Такие развивашки тут есть. Вот такие интересные, не знаю, твою руку, наверное, надо всовывать. Яблочки, пчелки, надо туда руку всовывать, но страшно туда всовывать. Не знаю, как дети всовывают. Стремно. Скажите, напишите в комментарии, кому не стремно туда всунуть свою руку. Ну, во-первых, она не влазит, а хотя влазит. Да. И что там я нахожу? Что-то такое нащупываю непонятное, но непонятно. Еле вытянул руку. Ассо, там показывают тут шарики. А я что здесь нащупал? А, вот такие штучки. Ну да, в принципе, похоже. Ну, можно, видно, можно там посмотреть. Не видно ничего. Короче, вот такие качельки тут в детской комнате. Вот такая мозаика тут интересная. Все в духе музея технического. Видите, крутишь. И шестеренки вращаются. А это мозаику можно складывать. Вот такую мозаику. Видите, переставляют детки. Вот, и оно крутится. Оно достает. Тут достает. Чуть-чуть не достает. Ладно, это для детей не сделают дети. Все, папа должен ехать на пожар. Пожарный Лиза, пошли на второй этаж. Все, давай, поехали. Тем временем за окном. Пианино для ног.
детской комнате есть еще второй этаж. Мы сейчас поднимаемся на второй, посмотрим, что здесь. Все, вперед. Вот та машина, в которой мы были. Шаттл. Такого плана. Вот такие они детские кухни раньше были. Вот такого плана кухни. В принципе, все есть. И хорошего качества, раз достоял до этих дней. Детские игрушки. И утюги. Вот так булочки делаются. Конвейер, короче. Вот мука. Какие интересные подставки для монитора. А? Лайфхак. А? Тиски и монитор. Ха! Это вам не это. А? Как чудно смотрится. Надо домой сделать такой. Монитор за 500 евро зажать в тиски. Крутяк. Бибики. Это что-то мотор вылез. Короче, это для музыканта. Ничего не понятно, но интересно. О, другие любимые с другой. О, вот это прикольно. Вообще, вот это самая такая интересная. Закручиваемся. Вот это тоже неплохо. Мы на четвертом этаже. Вот самолет. Вблизи. Вот он, спутник вблизи. Oh, yeah.
Какая красотка тут стоит. Да, на такой бы погонять. А вот Telegram. Только не тот, в котором вы сейчас пишете сообщение. А раньше вон писали на бумажечке. В школоте не понять. А вот телеграфный столб, по которым передавались телеграммы. Вот так они печатались. Принцип тот же, только на бумаге. Телефон, ой, как хороший телефон. Вот это мобилка, так мобилка. You hit me like a tornado, and I never knew the real you. I know that it's been a long and winding road. And I've been jumping over mountains for you. Поностальгируйте. Компьютер. Это аппараты. 1888 год. Тот же год. 89-й, 1800. 1893-й. 1910-1900-1922 маленький, компактный, прикольный. 1908, 1919, 1910, 1910. Принтеры. Велосипед Nokia. Двигатели. Внутреннего сгорания. Дирижаб. Один, второй, третий. Какая машинка интересная.
не Тесла, конечно, но тоже неплохо. Вот такие самокаты. Короче, все, мы обошли все 4 этажа. Вот, все устали, поэтому двигаемся домой. В общем, музей на весь день. А то и на полтора. А лучше на 2, если у вас паспорт с трезубом. Вот такая штука. О, садишься, берешь в руку слушатель, выбираешь экскурсию. Резина. А вон желтое здание, это Шондрун.